Желание выразить себя, открыться перед зрителем и поделиться откровением – все это присуще не каждому, даже если придется обнажить свои мысли лишь на мгновение. Владимиру Кондратьеву есть что рассказать зрителям, и показать многогранность своего таланта он не поскупился. Первый юбилейный концерт в Мускомедии прошел в двух частях. Открывающий действо акт начался уже с полюбившихся театралом и авторских песен артиста. Они превращались в сложную постановку и звучали с особой искренностью. Подготовка, по словам артиста, проходила 1,5 года. За это время предстояло определиться с программой и самостоятельно пошить сценические костюмы. Я очень долго отбирал репертуар, но я думаю, что я не случайно говорю пугачевскую фразу: «Если что-нибудь останется в ваших сердцах, то большей награды для себя я, конечно же, и не желаю». Вот это самое главное, это смысл моей жизни. Даже не лицедейство, а вот именно дарить людям добро, вкладывать в сердца любовь, позитив и какое-то взаимопонимание. Еще одним праздничным случаем, по которому был создан концерт, стало получение Кондратьевым звания «Заслуженный артист Украины». В связи с пандемией торжественное вручение пришлось перенести. Теперь, спустя годы, стоя на сцене, артист делится воспоминаниями о первом дне в театре. Это было какое-то холодное время года, я не помню, какое это уже было, я не помню этого, честно говоря. В красном свитере, все не случайно, красное. И от какого-то жуткого переляка, испуга я вот так вот встал, сам себя обнял, где стоял где-то здесь, но с наглостью исполнил арию мистера Икса. И не случайно сегодня начал с мистера Икса, потому что именно эта тема побудила меня для того, чтобы начать свой творческий путь в театре. Я очень долго шел к своей мечте. Я часто грелся у чужого огня, стучался в закрытые двери, но я нашел свой храм. Его творчество – это не только спектакли театра. Он и композитор, и поэт, исполнитель собственных песен. Он в театре уже много лет, не могу сейчас вам сказать точно сколько, но пришел он к нам сразу практически после дирижерско-хорового отделения нашей государственной музыкальной академии. Он пришел, я помню прекрасно его прослушивание. Он пришел к нам певцом, а стал здесь настоящим артистом. Во второй части музыкальный монолог сменился классическими хитами с участием солистов, артистов хора и балета Мускомедии. Коллектив театра рассказывает, на сцене уже на протяжении более 20 лет Владимиром Кондратьевым были сыграны десятки ролей. Таких артистов, как Кондратьев, не так много по своему потенциалу и по своему жанровому диапазону. Потому что я с ним познакомился еще в 99-м году «Hello, Dolly». Вот, он потом в моей «Веселой ДВ» принимал участие. И, в общем, в принципе, мы с ним, наверное, 15 работ сделали. Это достаточно много, 15 спектаклей. Очень честное, очень профессиональное и такое самоотверженное отношение к ролям, которые я ему предлагаю. Но мне очень нравится его существование, его работа, его в «Моисее», это «Фараон», потому что это уникально. Это заоблачные ноты, драйв, свинг, это все то, что... Вот. Ну и, конечно же, мне нравится его Морин в «Безымянной звезде». Вот. Мне близок его Грег, он очень хороший Грег в «Дерибасовской». Интеллигентный, рафинированный, яркий, самовлюбленный, а потом трансформация, постижение той правды, из-за которого он приехал в Одессу. Это большущий профессионал своего дела. Это невероятный музыкант. Всегда, когда я сижу в зале, слушаю Владимира, для меня это просто что-то невероятное. Я всегда с ребятами отмечаю: просто послушайте, насколько гениально и точно он все исполняет. Любая музыка, за которую он берется, он все пропускает через себя. Это очень сложно, как по мне, так проживать каждое свое произведение, но для него это в порядке вещей. Несмотря на сложные времена, у артиста много задумок и творческих идей на ближайшее будущее. А нам остается наблюдать и еще долгие годы благодарить его аплодисментами. Татьяна Варумбейгер, Ася Малесенков, телеканал «Репортер».